Принять участие в Олимпиаде может каждый ребенок с 1 по 9 класс. Все задания выложены онлайн. Зачем это нужно? Для развития бизнес-навыков ребят учат планировать бюджет и оценивать риски. Школьники узнают, как из карманных денег накопить на подарок и даже как открыть свое виртуальное предприятие. У нас такая политика, что мы не обделяем никого из тех ребят, кто участвует, и раздаем каждому из участников и школьников благодарственные письма в зависимости от набранных баллов, то есть сертификаты и за первое место, если ребята набирают больше, да, какого-то определенного количества очков, и за второе, и за третье, то есть каждый участник в своем личном кабинете на платформе получает благодарственное письмо. Задания разного характера и на финансовую грамотность, да, и на знакомство с терминологией, с основами финансовой грамотности. Тема актуальная. В заданиях будут вопросы про страхование, будут даваться советы, как удобно сберегать и приводить деньги. Банк России выступил инициатором включения в школьную программу уроков по финансовой грамотности. Эта работа проводилась совместно с Министерством просвещения, Министерством финансов Российской Федерации. Олимпиада по финансовой грамотности. Это масштабное онлайн-состязание, которое организовано для развития интеллектуальных способностей школьников. Алиса Лисюк, Валерий Бобкин, 41 канал.